Москва. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня 22 июня, 4 часа утра. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы во многих местах. Подвергли бомбардировки города. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу замолкая, глядя в небеса.